В связи с интересом общественности, который в последнее время вызывает ситуация, возникшая в Одесском национальном медицинском университете, нынешнее руководство вуза решило провести встречу с активистами и журналистами. Новое руководство Одесского национального медицинского университета заявило о том, что вуз работает в штатном режиме. Давайте мы рассмотрим вообще это понятие, что такое рейдерство. Рейдерство – это в Украине, к сожалению, силовой захват внимания первых предприятия против воли, второй пункт – его собственности. Теперь давайте мы разложим. Является ли Одесский национальный медицинский университет в чистом виде предприятия? Ну, наверное, в том виде, в котором мы с Константином Владимировичем застали его сегодня, да. Но вообще-то это заклад освиты и предприятием Одесский национальный медуниверситет не был никогда. И мы надеемся, что не будет. Как заявили участники пресс-конференции, в университете ежедневно проходят заседания приемной комиссии вуза. К слову, отмечается, что в нынешнем году вступительная кампания прошла с не меньшим успехом, чем предыдущие годы. Более того, новая команда медицинского университета предлагает ввести определенные инновации в саму систему медицинского образования, которые были рекомендованы МОЗ. Хотя, как признался исполняющий обязанности ректора Константин Аймедов, есть и некоторые трудности. Сейчас, когда я исполняю обязанности ректора, я пришел и начал работать. Брать бумаги, беседовать с людьми, спрашивать, что делать. Возникает огромное количество вопросов, коллизий. Я не могу все до сегодняшнего дня увидеть документы. Но это все детали. Мы приведем все это в порядок. Самый главный наш мессендж. Мы готовы и мы хотим взаимодействовать с общественностью. Мы готовы и хотим взаимодействовать с сотрудниками вуза. Мы хотим, чтобы все было видно и освещалось объективно. Поэтому просьба у меня тоже к сотрудникам, к представителям СМИ, которые в зале. Будьте объективны. Кроме того, нынешнее руководство вуза подчеркнуло, что всегда готово к диалогу с общественностью и открыто для СМИ.